А вот от водителя машины скорой помощи нередко зависит жизнь пациента. Ведь он должен знать город как свои 5 пальцев, адреса и пути, которые не найдешь на карте. О таком человеке смотрите в нашей специальной рубрике, посвященной 70-летию Тюменской области. Это естественно, и где-то ехать, даже и по встречке ехать. Нарушать дорожные правила Михаилу Жигуляеву иногда просто необходимо, хотя автолюбители это не всегда понимают. То есть пока ты разгоняешься, они тебя естественно обгонят и займут обязательно место, где можно было проехать на перекрестке. То есть они мешают специально. Для бригады скорой хороший водитель, как надежный тыл. Ценные сотрудники у врачей на особом счету. Их стараются не менять и работают в тандеме годами. Михаил с доктором Тереховой трудятся вместе почти 10 лет. Признаны лучшей бригадой интенсивной терапии. Все, что связано с ДТП, какие-то пожары, взрывы, вот такие без сознания люди. То есть вот такая экстренная деятельность. Где-то тонут, где-то вот повесился. И когда мы закатываем тяжелого больного, я только посмотрела, водитель все понимает, как ехать. Иной раз даже мы не можем говорить, куда ехать, он сам знает. Потому разбираться приходится не только в моторе. Машина нашпигована современной аппаратурой, которая должна быть всегда наготове. Оказать первую помощь или приструнить пьяных родственников пострадавшего за рамки должностной инструкции водителю скорой выходить приходится часто. На живые очень часто выезжаем, и как бы хотя нам говорят без милиции не входить на вызов, но сами понимаете тоже там. Когда выбегают люди и говорят, что вот умирает человек, то приходится идти уже и как-то спасать уже пострадавшего. Правда, о больших и маленьких подвигах на благо тюменцев люди скорой рассказывают скромно. Для них это каждодневная работа, хотя и не такая, как у всех. Каждый вызов все равно как-то обдумываешь в голове, все равно близко к сердцу, может, принимаешь и думаешь, особенно тяжело, когда дети погибают, это... И когда едешь, вот так же, я говорю, когда ребенок находится в критическом состоянии, тебе доктор говорит, давай гони. Вот выжимаешь все, что можешь из машины. Дилетанты на нервной работе долго не задерживаются, но те, кто выдерживает особый ритм, уже не уходят. Серьезный вызов, там была реанимация, и этот вызов, ну, как бы этому больного спасли, в общем, вытащили с того света. Вот тогда чувствуешь, что ты полностью удовлетворен.